Кисельшпергер направо. И удар. Молодец Сенцов, успевает поставить ногу. Погребняк. Какао сейчас очень так артистично упал. Да, было касание, но не настолько сильно, как могло бы показаться. Вот здесь было некоторое касание. Вот смотрите. А нет, рукой все-таки Широков-то держал. О, это опасно было. Простил арбитр. Ну, а теперь «Зенит». Удар. Первый удар и хороший удар. Это Константин Зырянов. Первый угловой у ворот Штутгарта. А там штрафной был. Но с мячом «Зенитец», поэтому нет свистка. И удар Зырянова. Под самую штангу мяч летел. Еще раз смотрим. Смотрите, с трудом Лемон. С трудом достает этот мяч. Нисову, правда, Широков. Помните, руками держал. Какао. Хороший выход. Лемон головой вынужден. Ворота пустые. Хусти хотел. Ну, в общем, задумал-то неплохо, если бы первого матча. Вот сейчас получается. И хороший прорыв. Анюков. По штрафную. Ну, переиграл Гомеса. Очень чисто, кстати говоря. А здесь проиграл позицию Ким. Опасный прорыв. По штрафную. Анюков блестяще сейчас на опережение действовал. Сердар Таска. 21 год, 4 матча за сборную. Вот это опасно. Опасно, была возможность пробить. Ну, а сейчас Крыжинец говорит Широкову, да? Нет, это сам Крыжинец, он пропустил туда. Он не ожидал, что мяч отскочит. Что тот так партнер точно выдаст Гомесу. В принципе, защитник не должен давать свободно пробить. Штрафной. Это удар по воротам. Видимо, хотел перекинуть через... Смело, хорошо сыграл. Хусти. Денисов. Хоть и не быстро, но точно. Да, не надо брать на себя, попытаться обыграть, а перепробить. Удар в дальний угол. Лемон на месте, но удар хороший. Какао. Как легко обыграл Широкова. Ну и теперь в штрафную Денисову надо возвращаться. Гомес. Удар. Рикошет. И теперь уже Широков выбивает мяч. Касание Никола. Да, ну что сделать. Вот Роман не обладает навыками такого отбора. Как Кау сейчас убежал от него. Хороший удар, Даня. Хороший в дальний угол. Дважды уже. Фланг. Да, конечно, да именно через фланги. Там лучше будет. Ну и получилось хорошо. Штрафной. Штрафной. А вы знаете, симуляция. Даня не прав. Его не задел. Не задел его защитник. Ну, вообще-то, надо еще раз. Все-таки вот с этой камеры какая-то надежда появилась на то, что там нога была защитника рядом. Но судья был рядом. Во всяком случае. Опасный удар! Штанга! Какао продавил сейчас своего опекуна. Смотрим, с кем же он так ведет борьбу. Гомес выигрывает. Крыжинца переиграл. Вот силовое давление, а? Повезло, повезло «Зениту». Мяч попадает в штангу. Я нападающих, против которых играет. Ой, как здорово! Анюков, пас! Великолепный голевой момент у ворот Штутгарта. Прекрасный прорыв сейчас. И Анюков делает передачу. Потеря мяча. Сразу может быть опасный момент у твоих ворот.
Очень аккуратно надо действовать. Пас вдоль ворот. Денисов хладнокровен. Игорь молодец. Широков. Зырянов. Успел Дани сейчас. Хусти рядом. Дани. Удар! Гол! Гол! Зенит забивает! Прекрасный Дани! Но я сказал, что Дани должен на таком футбольном поле раскрыться. Как он обыграл, как он проник в штрафную. И ноль, Зенит впереди. И еще раз смотрим, великолепная комбинация. Дани набирает скорость. Но должен он был выстрелить. Все-таки его уровень мастерства выше уровень вот этих футболистов в белом. И смотрите, его пас великолепный. И как Семшов. Помните, я говорил, он все время на подхвате. Он под защитниками своими, под нападающими. И здесь точно пробивает. Первый мяч Семшова в составе «Зенита». Да еще в Кубке УЕФА. Да еще в Штутгарте. 1-0 «Зенит» впереди. И теперь по сумме 3-1 в пользу «Зенита». По сумме двух матчей. Ну что ж, сценарий Дика Адвоката срабатывает. 43-я минута. Игорь Семшов. Итак, штрафной. Малафеев очень четко ловит мяч. На время пошло. Гомес. Мяч на штрафной. И уходит мяч за пределы поля. Он расслаблен. Ускоряется. Ничего не может сделать правый защитник, мексиканец Осорио. Ну и хорош, что получит так легко мяч, и тоже растерялся. И теперь возможность атаковать на левом фланге. Дани по штрафную. Это уже Хусти пробивал, но с такого острого угла трудно, конечно, попасть. Когда-то играл за Ленинградское «Динамо», а потом за Московское «Динамо» Геннадий Евружихин. Он вот из этих положений забивал. Это необычный. Отбил. По штрафную Какао. Удар. Молодец. Молодец Анюков. Но почему один? Не прикрыт. То есть действует. «Зенит» играет с тремя нападающими. Пусть и без оборонительной функции. По штрафную. Гомес. Но это работа Малафеева. Марио Гомес нашел возможность для того, чтобы пробить. А здесь Хусти получил желтую карточку. Да, это был не прострел, это, конечно, был удар. Тяготели к игре, больше опираясь на свои обороны. И сборные, и клубы ведущие. То есть футбол такой был. Сейчас хороший пас Погребняка. Денисов! Погребняк! Не дотянулся до мяча. Так вот, отдавали как бы. Да, не карточка. Нельзя возмущаться. Надо бежать, помогать своим защитникам возвращаться назад. Удар! Элсо! Вот он, Элсо! Вы помните гол Гомес? Пятился дома, защитник пятился. И сейчас опять пятились, дают проходить. Денисов не догоняет, не хватает сил. А Широков не выходит, опять Широков. Ну надо выйти навстречу. Ну вот я думаю, об этом же говорит сейчас и думает Дик Адвокат. Выйти два гола подряд, 2-2, это устраивает немцев. После 1-1 в Германии. Там идет 80-я минута. Это Милан, Верди. Какая борьба в Кубке УЕФА. По штрафную. Молодец, Анюков хладнокровно выносит. Да, удар! Ну как же можно было пропустить? Втроем сейчас мы устали. Ну как? Ну вот сейчас выбит мяч. Смотрите.
Ну и теперь. Кто это развернул? Крыжевич, что ли? Повернулся спиной. Ну, Крыжевич, ну почему же он отвернулся спиной? Широков не успевает. Ну что, друзья, ну мы об этом говорили. Но ничего, 1-1. Вот сейчас бы запасных. На 80-й минуте. Ну еще раз. Ну что сделал Крыжевич? Я понять не могу. Развернулся, в другую сторону убежал. Погребняк. Держать, держать мяч, Павел, держать. Дани. Погребняк. Да Павел, справа. И Штут, и футболисты Штутгарта тоже устали. Много сил, поле тяжелое, молодец, молодец. Ловит мяч. Грунт тяжелый, ноги вязнут. Нагрузка, потом не забывайте, «Зенит» в феврале. Денисов поставил ногу, выиграл борьбу, идет еще дальше. Игорь, бей сам, бей, дорогой. Эх, дождался, надо было раньше пробить. Как Игорь сейчас вел борьбу за мяч. Вот сейчас он с мячом, пас, там Дани слева. Ворота пустые, и гол, гол «Зенита». Дани, Дани, вторая голевая передача. И Виктор Файзулин делает счет победным. 2-1 в Штутгарте. Борьбу. Вот смотрите, Игорь Денисов отправляет мяч Дани. Дани притормозил, толкнул на центр. И здесь Файзулин, свежий Файзулин. Угадали из замены. Он был свежее двух игроков Штутгарта. Посмотрите, как тяжело сомневаться. И пусть даже будет отметился, отметился молодой футболист «Зенита». Ну и Дани хорош. Вот я говорил все в первом тайме, что именно Дани. Такое поле, конечно, для него. Ну и Николай Валуев вместе с нами, а мы вместе с ним. Я сказал Зырянов, а нет, Зырянов уже ушел. Нет-нет, Зырянов на поле, я уж тут... Я вижу по фигуре, но трудно, трудно, конечно. Сейчас, знаете, и чувство все-таки рад за российских футболистов. Молодцы. Сейчас опасный прорыв. Ох, какой был кикс, рикошет. Нит посильнее. И вот сейчас. И опять Дани. Пас на дальнюю штангу. Погребняк. Удар, гол. Нет, нет, штанга. Не попал. И опять Файзулин пробивал. Гомес. Только не нарушать правила. Какао и Малафеев. Кто восьмой, в 1/8 ждет победителя матча. Вот он, удар Файзулина.